28 декабря на базе школы номер 19 Хасавюрта прошел очередной 7-й новогодний турнир по волейболу среди девочек. На призы кавалера Ордена Дружбы Народов, президента Федерации волейбола города Хасавюрт, известного общественного и политического деятеля, заместителя главы администрации Тагира Гаджиева. На официальной церемонии открытия соревнований участие приняли глава города Зайнудин Акмазов, первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, руководители управления и отделов администрации, депутаты городского собрания. Участие приняли 6 команд из городов Махачкалы, Кизилюрта и Хасавюрта, Новоалакского, Хасавюртовского и Казбековского районов. Открывая очередной турнир, глава Хасавюрта Зайнудин Акмазов отметил роль подобных соревнований в укреплении дружбы между молодежью городов и районов республики. Вас всех приветствую здесь, в городе, от имени администрации и депутатского корпуса города. Желаю вам спортивных удач. Вот здесь побед каждой команде, каждому участнику. Пусть всегда сопутствует спортивной удачи. Пусть это будет началом большой спортивной карьеры вашей. Выступивший на открытии турнира сам Тагир Гаджиев поблагодарил администрацию города, друзей, родственников, коллег по работе, общественные организации за поддержку в проведении ежегодных соревнований. Он также выразил благодарность юным спортсменкам, их тренерам, а также главам городов и районов, чьи делегации традиционно принимают участие в этом новогоднем спортивном мероприятии. Вот это вот начало вашего спортивной карьеры, и достигли больших, чтобы успехов вы в спорте. От души поздравляю в этот день всем. Хочу сказать и признатель, а искренне признатель организационному комитету, на моим друзьям, главе администрации, руководству города. Я от души еще раз, пользуясь случаем, хочу поздравить вас с новым наступающим годом. Вам успехов, удачи во всех ваших делах и пусть победить сильнейший. Первая игра состоялась между командой Махачкалы и Казбековского района. Девушки вступили в непримиримую спортивную борьбу с друг с другом. По словам Майи Серовой, для победы нужна сила и выносливость. А сам волейбол как вид спорта зрелищный и интересный. Я многократно принимала участие. Я занимаюсь 5 лет, и нет конкретного, что мне нравится все. И пытаемся выиграть всех. Волейбол – комбинационный вид спорта, где каждый игрок имеет строгую специализацию на площадке. Важнейшими качествами для игроков в волейбол является прыгучесть для возможности высоко подняться над сеткой, реакция, координация, физическая сила для эффективного произведения атакующих ударов. Далее игра развернулась между командами Хасавюрта и Кизилюрта, в ходе которой ощущалось сильное напряжение. По мнению Лианы Рашидхановой, каждая команда очень хорошо подготовлена. Понадобится неимоверное усилие для достижения успеха, и сборная Хасавюрта должна проявить себя в полной мере. Соперник достойный у нас, тоже будет нелегко, но мы тоже будем стараться. У нас девочки молодые тоже участвовали до этого, выигрывали в соревнованиях. А так как сейчас разрешено участвовать одному человеку 99-го года, им являюсь я. Я думаю, я чем-нибудь смогу им помочь. По результатам всех проведенных игр победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и памятными подарками. По словам организаторов, данный турнир традиционный, и каждый год количество участников только растет. Вика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».